А теперь птичка чуть подальше будет летать.
Идем вместе. Давай, давай, хватай Тёму за руку. Вот такая дружная команда будет проходить. Ладно, ой, передумал. Ну ладно, будем считать, что с этим заданием мы справились. Молодцы. Давайте, Реду, это было очень прикольно. Давай сюда. Давайте соберем ручки, вот так поставим друг на друга. Поставили. И на счет три кричим, как грядок. Ты Тёма понял? Это правда, Тёма? Ты школьник? Давай-ка, ты очень хороший. Это круто. У тебя нарядная рубашечка. Так вот, как в школе нужно ручку держать, когда хотите ответить? Вот, запомните это движение, только так вы сможете победить. Смотрите, я буду вам бросать вот такие цветные колечки. Вам нужна ручка и вот так вот их поймать. Мы сейчас с Рэдом покажем, как. Смотрите, вот так прямо на ручку. Бум! Вот так вот. Пальцы не ловить нечестно, нельзя. Если на пол упало, тоже не пойди немножко сюда, вот так вот, чтобы друг дружке не мешать. Это первый раунд. Каждому нужно поймать хотя бы одно колечко. Можно больше, но главное не меньше, потому что кто меньше, тот следующий раунд не проходит, потому что все хотим пойти, да? Поэтому приготовились. Вот, ловим вот так вот. Тёма, смотрите, да? Тёма? Да, можно и другой рукой. Еще и глазом даже ловит Тёма. Вот это да. Тёма? Почти. Так, у кого сколько? Давайте считать. Тебя, может, не буду пропускать. Тебя три. Ты чего, сейчас долетит. Давай, Тёмочка, Тёмочка. Это очень хорошо. А теперь суперфинал. Поднимаем все колечки с пола. Теперь все... Вот так ручку высоко. Правильно. И поехали. Бум. Я не поднимаю, Тёма, не надо. Тёма, пускай лежит. Давай не будем поднимать. Это... Тёме можно всё? Тёма сразу. Тёма, ещё Тёма. Болеть за Дарину, громче чем вот так. Да, Арина. Получит на одно кольцо больше. Итак. Давайте. Дарина. 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 Ладно, не сдаваться. Получится. Дарина молодец. Дарина супер молодец. Тогда устроим себе дискотеку. Давайте так договоримся. Кто победит в дискотеке, будет первым стрелять из рогатки. Ладно? Правильно. А кто знает, что бывает вкусненькое такого цвета? Клубничка. Уже три вещи нужно. Малинка, ладно. Груша, еще две вещи нужно. Яблоко. Лимон, ладно. Теперь вот такой. Голубой. Яблоко. После дождика на небе радуга, правильно. А теперь слушайте задание. Это вступление, пока придумайте движение. И поехали! Танцуем, танцуем! Танцуем! Ручки, 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 ручки.
попрыгали! Поп-поп-поп-поп! И подружились-то можно! Подружились, подружились, поп-поп-поп-поп! Ой, выгоди! А я на оранжевый забегу. А я на красный. Да, а. Хорошо. Ну что, все? Thank you.
дыхание. Я вам покажу поближе. Сейчас вы все освежитесь. Чтобы вы почувствовали, насколько это дыхание. Кому уже холодно? Ну что, ребят, как бы сказал этот дядечка, это сухой лед, но сейчас его покажем даже очень близко. Без огня! Печенье без огня, смотрите. А очень... еще похоже на джина. Как будто можно на ларите загадать желание. Давайте на ларите загадывать желание. На ларите джина, я поймал его. Пар. Я думаю, у каждого есть заветное желание. Набираем пара. И в какую теплую пирышку у тебя получается, смотри. Смотри, пока у всех получается. Все хорошо покушали, все теплые. Ты ела теплую пиццу? Ну, судя по тому, как булькает, горячую пиццу ты ела. Ух ты, Тёма вместе с Дариной, ничего себе, хорошо, какой джентльмен. Хорошо, дышим, не отпускаем. Тёма такой еще небольшой, а уже такой джентльмен. А вам что больше нравится, ураган или водопад? Ураган. А мне водопад, ля-ля-ля. Так, хорошо. Кто следующий будет пробовать? Тёма, будешь пробовать? Наша лаборатория. А кто из взрослых желает попробовать? Ну давай. Профессор нашел в кураж. Нравится, друзья? Поклоните нам лазерушку. Ребят. Кто сядет на стульчик? Иди сюда, иди ко мне. Мы с профессором. Ваш первый подарочек на нашем шоу. А кто догадается, для чего нужен искусственный снег? А из носа будет электричество? Даже из руки. А теперь ты попробуй ее заносить. Давай, подержи. Я подержу. Видите, электричество из носика попадает в наши веселые лампочки. И они загораются. Более того, мы можем сделать не только с двумя девчонками, а все. Птичка такая. А кто готов на нос попробовать или на подбородочек? Я смотри, на подбородочке супер. Ну, ничего себе. Можно на алкоголь. Дарина, а ну что это для тебя считать? Ты научила так стоять. Жень, а ну попробуйте кто-то на колени. Вытяни ручку так. Не, у меня не хочешь на коленке, а у тебя слишком. Я тоже хочу. Да. И чтобы каша была очень большой, нужно повторить. Спасибо. 1, 2, 3, горшочек вари. Все вместе так. Раз, два, три, горшочек вари. Кажется, он начинает варить. Ой, друзья, и что теперь? Я никак не остановлюсь. Смотрите, как много каши уже там на стол вылезло. Сейчас закончим все наши эксперименты. Ой. Давайте, знаете, что будем делать? По очереди подходить. Убивает, кстати, все бактерии. Плохие, хорошие оставляют. Что это? Мама, у нас белые волосы тебе какое? Действительно, друзья, сухой лед используют в больших промышленных машинах для чистки, потому что из-за его температуры он все очищает. Поэтому... Кого еще? Ладно, ребят, скажите, а вы знаете, что такое граф? Да, это кусочки льда. Да, а у нас... Виноградинки. Бумс, лови. Лови, Тёма, лови. Бумс. Только друг друга не забирайте, я каждого подойду. Эй, Тёма, ему так нравится. Тёма, вот так. Тёма, смотри, в очки. Кто уже увидел радугу? Тёма. Хорошо. Вот так, смотри, так увидеть можно. Вот так, держи. А теперь дыхание дракона. Смотрим на профессора Таблеткина. О, да. Давайте ты немножко. Теперь я. Смотри. И головой не забывайте вертеть. Очень. А ну еще отображение огня. Ха-ха, отображение огня. Вот так вот надо. Посмотрим. Это очень близко, Дариночка, мы же рассказывали. Нужно издалека, вот так. Тёмочка, иди сюда. И закрываем, смотрим, что там у Дарины. Смотри, Дарина, какую конфету надула. Еще даже больше, чем у Тёмы. Класс, молодец. Бум. Что? Потому что Тёма именинник, держи. Иннокентий.
Ну, Дарин, покажи. Дарина, покажи человечка. Не трогай пальцами, не трогай. Сегодня об этом говорили. Они как внутри, как будто... Оно такой сверхтвердый, как внутри, как будто... Итак, давайте теперь посмотрим, что же у нас получилось. Честь себе какой. Дарина, как ты его назовешь? Я своего назвал Чупа-Чупсик. Марина. Она у тебя девочка будет? Да, бантики завяжут. Конечно, обязательно. Раз, два. Как в сказке, туман резко. Он уже опускается сюда. А через минуту вообще никого видно не будет. Ничего себе.